адрес центра поступило 1002 обращения граждан. Значит, отчетный период произошло 6 аварийных отключений. Это из них по теплосети 1, по водоканалу 1 и по Кургазу 1. Все они были ликвидированы в нормативные сроки, за исключением Тулы-Кургаз. В настоящее время проставят в домах города 6 лифтов. Служба спасения за отчетный период осуществила 31 выезд, оказана помощь 73 гражданам. Пострадало 4 человека, посещено 2. За отчетный период произошло 6 пожаров, пострадавших не было, погибло 2 человека. Произошло 9 возгораний мусора, из них 2 мусорных контейнера. С 9 по 14 января было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 3 человека.